Всем доброе утро. Решила сегодня поснимать немножко. Может быть, что-то интересное будет. Хотя не знаю. Жизнь в нашем городке скучная, однообразная. В общем, у нас сегодня дождик с утра, с раннего, может быть, даже с ночи. Потому что детки спят. Спят, как сурки. Не добудешься до них. Все такое уже стало зеленое, умытое. Девчонки у меня вчера в комнате убрались. Это у меня, пожалуйста, вот. Они просто еще маленькие, и у них, наверное, нет в голове, что если ты убираешься, ведро стоит. Они могут мимо этого ведра проходить неделю и не убрать его. То есть дети, они не видят неубранное. О, один детенок проснулся. Привет. Привет, солнце. Ты кто? Ты кто? Ладно. Не балуйся. Маши ручкой. Скажи всем привет и доброе утро. Всем привет и доброе утро. Ты моя зайчика маленькая. А я всю ночь не спала. Что это ты не спала? Еще один зайчонок вот. Вернулся калачиком. Вот она маленькая. Мы ее окутываем, но она все равно все с себя сбрасывает. А когда первый год, это была для меня целая засада. Она что делала? Значит, мы ее окутывали. И ночью она раскутается, на ней одеялка нет. И она начинала кричать. Мне приходилось вставать, идти к ней в комнату, окутывать ее, и она дальше спать. Все. Только чувствовала на себе одеяло и опять засыпала. Вот. В общем, и так за ночь несколько раз, несколько дней подряд. Думаю, так, надо это дело прекращать. И один раз я ее положила без одеяла. Ну, у нас тепло дома. Вот. И она всю ночь проспала хорошо. То есть я ее изначально не окутала и сказала ей, ну, она... Очень разумная девочка. Я ей сказала, что если тебе будет холодно, вот у тебя здесь одеялка, окутаешься. И все. Проблема у нас ушла. А так я мучилась, наверное, недели полторы. Как дурак. Вскакивала среди ночи, по несколько раз бежала ее окутывать, потому что кричали они с Егором, будь здоров. Такое ощущение, что их там били, резали или что там с ними делали. Просто садились на попу. Не то, что кричали, а орали. По любому поводу. Ну, я об этом вот расскажу. Это мы общались с приемными. У многих такое было. То, что дети вот криком добиваются чего-то, криком рассказывают о чем-то. В общем, крик для них это было единственное доступное средство выражения. Вот такой маленький комочек. Я сегодня снова на работу. Я так думаю, что покупателей сегодня много не будет. Погода не очень такая приятная для прогулок. Но у меня там несколько мешков с пряжей разбирать нужно. Так что есть чем заняться. Доброе утро. Хочу показать, как мелкие все спят. Сейчас поднимать буду. Егор постоянно в движении. Куда-то бежит. Он у меня за последний год так вырос. Такой стал длинный, большой. Долго не рос. Даже боялись, что как бы будут его на учет ставить. Вот из-за того, что рост-то маленький. Но ничего. Васька. Полная кровать опять всего. Игрушки. И плед сюда притащила. В общем, переодеться ей уже сил не было. В чем была, в том и легла. Вот. И бусы, и резинки.
и пружинка. И рисунок вчерашний. В общем, полный набор, полный комплект. Ну, Лерка, понятно, закутанная, спит в уголочке. У нее, как у меня, привычка. Даже в жару мы чем-то должны быть окутанные. И вот Снежана спит. Смотрите, какая поза. Извините, что тихо говорю. Она все время раскутывается. В общем, у нас жарко, я им одеяло уже убрала. Под одеяльничками окутывается. Такое у нас утро. Сейчас буду всех поднимать. Лерка. Лерка, маши мне ручкой. В детском садике. В общем, занимаемся надувательством. Кого мы надуваем? Мы шарики надуваем. Девчонки, кому-то звонят. Или это будильник? Это будильник. Понятно. Чтобы не проспать. Взяли очки? Да. Не успел сломать-то? Нет. Это не доверяем мы ему. Здравствуйте. На свое яблочко держи. Говори до свидания. До свидания. А мы пешком? Нет, папа за воротами на машине. Там за воротами? За воротами. А вы увидели мои очки? Там увидели. Нет, они их, наверное, в какую-нибудь коробочку там положили. Ну да, ну да. Вверх. В очках такая черепашка. Я не черепашка, потому что я Лера. А черепашка была по имени Наташка, а я Лера.